Федеральные и местные депутаты партии «Единой России» провели конференцию в Доме культуры «Современник». На повестке дня выборы главы Ульяновска. Напомним, на пост выдвинулись три кандидата. Первый заместитель главы города Дмитрий Вавилин, опытный муниципал Алексей Егоров и предприниматель Сергей Кочергин. Все трое должны понимать, что быть мэром – задача ответственная. Победит самый хозяйственный управленец, так считает руководитель федерального штаба партии Александр Карелин. Глава города, я так понимаю, если не даст мне сейчас отступить от смысла, он главный водопроводчик, главный дворник, главный, извините за подробность, ассенизатор, учитывая сегодняшние аварии и все остальное, ликвидатор последствий. Поэтому я желаю вам помнить о том, что с вами связано, с вашей работой огромное ожидание. Единороссы поддержали кандидатуру Дмитрия Вавилина. Многодетный отец и давний друг партийцев хочет сделать наш город безопасным и комфортным. Я знаю Ульяновск разным, со всеми его достоинствами и недостатками. Я глубоко погружен в его проблематику. За последнее время в городе много изменилось в позитивную сторону. Сенатор Владимир Кононов также поддержал кандидата. Еще единоросс обратился к соратникам с интересным предложением. Ну, выбор же идут. Поэтому я вот стою перед вами, но я еще и вешу. Ну, там, знаете, на плакатах и так далее. Вот, в принципе, мне нравится тот парень, который там висит. Но иногда мне там то костюм приделают, что я там типа продаю, то шарик на нас повесят, ну, типа клоун. Так вот, моська лает, караван идет. Но по поводу клоунов. Юрий Куплачев, Олег Попов, вообще любимый нами актер и клоун Юрий Никулин, герой войны. Мы за таких клоунов. Сейчас хочу, если вам понравится идея, чтобы вы зааплодировали. Уважаемый Дмитрий Александрович, давайте в нашем городе на радость детям построим цирк. Пока неизвестно, когда и где появится главная цирковая арена Ульяновска, но выборы состоятся скоро, 19 сентября. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Управда ТВ.